Иди ко мне, я тебе помогу скорее умереть. Свежая плоть. А ну подождите, я хочу посмотреть на этого монстра. Посмотрите. Внимание, эта игра содержит скримеры и резкие звуки. Не забывайте сохраняться, да, это надо будет реально зарубить себе на носу. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это хэллоуиновское обновление игры Ocean Tale. Фанатской игры по Undertale, естественно, я думаю, это объяснять не надо. Давным-давно две расы добрали землей, да-да. Но вдруг монстры решили атаковать людей за то, что те стали притеснять их. Ну это как бы, да, это логично, когда тебя притесняют как-то, так и хочется атакануть так вот хорошенечко тех, кто притесняет, это правильно. Людям удалось одержать победу, да, такие сволочи, мало того, что притесняли, еще и одержали победу, ай-яй-яй. И с помощью волшебного заклинания они заключили монстров под океан, остров Обрыв, Ксела 2020. Те, кто находились возле океана, что это там за принцесса островная такая, о, точно, реально с этим, с цветком даже в голове, исчезали и больше никогда не возвращались. Ни тел, ничего не находили. Такая приписочка неплохая, такая реалистичная. Да, никаких тел там, ничего. Менты приезжали, искали, ничего не нашли. Знаете, доказательную базу собирали, собирали, но никак. Да, но не получалось. Прям такие, знаете, такие андертейловские менты такие, скелетообразные. Возможно, санцы папайрус в фуражках, не знаю. Короче, я так понимаю, под океан затянула нашу девочку вот эту вот с цветком, торчащим из головы. И она теперь будет там под океаном ходить и не испытывать, наверное, никаких проблем с кислородом, потому что почему бы и нет. Ocean Tale. Господи, да! Вот мы теперь и видим. Мы теперь и видим сразу, какой будет эта игра. Она будет чертовски страшной. P сохранить. Так, Z или Enter подтвердить. Ну, понятно. Короче, P сохранить, это самое главное, что нам надо запомнить. А, новая игра, конечно же. Вы уверены? Начать игру сначала... О, что там за говно? На метле летает там, что-то летает там. Да, начать сначала, да, давай. Потому что конца и середину мы не видели вообще. П. Ага, вот, видите, нажал и оно мне черенькнуло. Значит, сохранить. Господи, все, спокойно. Я только подошел к этому, к коридорчику. Посмотрите, какое говно тут глазами лупит. Что с нами случилось? А я откуда-то? Я вас пришел спросить, ты меня спрашиваешь, что с вами? Я что, похоже на гадалку? Ну, я похоже вообще на экстрасенса и гадалку, да. Ты ведь видел его? Он опасен. Человек должен умереть. Прошу, если увидишь его, отомсти ему за то, что они с нами сделали. Теперь я вижу этот мир. Да у тебя кроме глаза ничего нет. Неудивительно, что ты его видишь. Так, что с нами случилось? А они оба это говорят, да? То есть, ясно, хорошо. Это дерево. Фу, его захватили паразиты. А, это паразиты. Я думал, может быть, это... А может, это маленькие зефиринки. Это дерево, которое, знаете, из него растут зефиринки. И добрые, милые монстры подходят, срывают зефиринки и кушают. И все поют песенки там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Знаете, все так по-доброму, нахрен нас два. Это паразиты. Твою мать, какие нахрен паразиты? Я знаю, кто ты. Ну и кто я? Я знаю, кто ты. Ну, не убедил. Так, я тоже могу подойти к кому угодно и сказать, я знаю, кто ты. Что? А что дальше? Кто я? Скажи, кто я. Не можешь, что ты? Заткнись. Это ж... А, понятно. Тихо, там еще цветочки были. Ладно, хрен с ним. Приветик. Я Коралли. Коралли. Давай поиграем в игру. У кого более зловещий смех? Ты выиграл! Я не хочу играть. Вот. Не на жизнь, а на смерть. Коралли только что сделал себе операцию и стал негром, и он считает, что это насмерть, да, то есть игра насмерть. Чувак, негром быть не так плохо, в конце концов всегда можно начать рэп, это сейчас не так все страшно. Или снимать гей-драмы для Оскара. Ой-ой-ой. Поиграли! Продолжить, да, слушайте, надо было сохраниться здесь, вы знаете. Ладно, давайте, наверное, вот мы сейчас подойдем. Опять не поговорил с этими ублюдками там. Короче, мы сейчас подойдем. Во-первых, я сделал немного потише. Господи, как же у меня это громко-то, ребята, вы себе не представляете, чуть не оглох. Так, не на жизнь, а на смерть, да. Смотрите, сейчас П нажмем. Нажмем П. Давай. О, можно даже прям во время катсцены сохраниться. Ну окей. Еще раз, да, нажимаем П еще раз. Смотрите. П. Так, X flashlight. Давайте проходим вперед. Чё? Я ничего не понял. Я не знаю, что происходит на самом деле.
Я так понимаю, мне надо замереть, когда я слышу эти отвратительные звуки, это... Трель? Трель, ты опять нажралась? Кто ходит? Кто ходит-то? Флавы чё, может так ходить? Я ничего не нажимал. Я вообще ни хрена не понял. Так. Что-то скрипит. Ну-ка, включаем. Там какая-то жижа. Главная героиня ходит по колену в дерьме каком-то. Ну-ка, еще раз. Так, идем. Опа! Появился Флауи, и мы должны замереть. Наверное, так, вы знаете? Примерно как было в игре вот Hello Suns, Хэллоуиновская эдишн. Хэллоуиновская эдишн, да, там тоже было примерно то же самое. Вы же помните, те, кто видел. Тоже во тьме ты идешь и от Санса там пытаешься. От Санса пытаешься спастись, то есть когда свет вырубают, ты стоишь на месте. Но тут не так строго. Там было намного сложнее, я вам должен сказать. Пока я иду, и вроде все нормально. О! Прошел! Охренеть, П! П! Лично я не забыл. Так, что у нас тут? Это у нас кто-то... это сохранение, да? Нет. Сохранение-то у нас на П. Раньше тут было сохранение, а теперь тут голова тыквамена. Тыквамена. Знаете, как был как... О, господи! Подожди! Привет! Ты это... помоги! Тут как-то... Как-то тут сыкотно. Привет, я Санс. Пират Санс. Красивое местечко, да? Хех. Ты действительно хотела пойти этим путем? Он же долгий и скучный. Пойдем, я покажу тебе короткий путь. Короткий путь через скелетонскую постель, наверное, да? Ха! А ну-ка, сохранимся и, может быть, попробуем все-таки пойти туда? Если там окажется какое-то говно, мы в общем-то... А, мы, в общем-то, туда и не можем. Ну ладно, тогда все. Тогда никаких абсолютно... Упс! Тут ничего нету. Ладно, идем скучным путем. А ведь я помню старое-старое обновление в Halloween Ocean Tale, и там что-то было. Сейчас тут, видимо, поменяли в этом плане. Ну правильно, что уже повторение будет того же самого, верно? После неудачи все сошли с ума. Головоломки стали убийственными. Поверь, давай лучше будем вместе решать. Монстры не атакуют друг друга. Ну, то есть, меня трогать не будут. А вот на человека, да, для них это главная добыча. Ведь человек — главный враг всех монстров. Даже мой брат стал таким. Хе, никогда бы не поверил, что он такой. Я единственный, кто успел сохранить себя. Мне, так сказать, повезло, и я не озверел. Что вы скажете? Что за происшествие? Тебе и вправду повезло. А какая фраза лучше? Я что-то не... Блин, вы знаете, вот обычно вот в таких играх там фразы такие, что вы скажете? И варианты идут типа, ты мой лучший друг, или я тебя ненавижу, мудак, сдохни от рака легких, сдохни. То есть, а вот здесь вот как бы как-то не ответишь, и вроде бы ничего не поменяется особо. Ну давайте спросим, что за происшествие. Давай опустим эту тему, малая. Упс, мы забыли про головоломку. Хорошо, что у меня есть способ, как их решить. Нужно резко нажать на эту кнопку. Смотри. Не иди на эти кнопки. Ты ведь видела, что было бы, если... Забудь. Иди за мной. Классно. Классная головоломка. То есть, если раньше для того, чтобы решить головоломку, нужно было нажать на определенную комбинацию вот этих вот камушков, а потом дернуть за рычаг, то сейчас надо просто дернуть за рычаг, ребята! Вот такая вот она головоломка. Ух, поломали голову, ух, елки-палки. Великими будем мыслителем. Будь аккуратной, не упади. Или не упали, там написано, еще то мне показалось. Музыка, кстати, такая идет достаточно прям тревожная. Где они ее взяли? Слушайте, где разработчики ее взяли? Это же не явно не официальный саундтрек Undertale. Может, какая-то еще игра есть? Или что-то в этом роде? Или фанатская какая-то работа? Ну, не знаю, звучит прям тревожно. И по-хэллоуиновски, я вам должен сказать. Так, это кто-то наблевал? Ну, это нормально, да, это... Для местной вселенной это в порядке вещей, я так понимаю. Ага, хорошо. Не трогай меня! А, я же сказал! Не трогай меня! А... Давайте сохранимся. Ты доигрался. Камушек пидорас такой. Вы посмотрите, какие тут камушки, а водятся тут. Я не понимаю. Да я просто хотел найти новых друзей. Хотел найти. Твою мать, а?
Какой же ты злобный ублюдок. Ну и сиди тут один. Если я больше не буду... Вот, Санс, меня камушек обидел, Санс. Ты же помнишь, что я говорил? Что ты говорил? Ты мне скажи, что мне делать с камушком, который меня обидел. Так, что ты говорил? Короче, я иду дальше, да? Вот говно. Гейм... Чуть было, сейчас не нажал заново. Вот это был бы номер, конечно. А, блин, ну да, вообще-то. Надо было догадаться, что если тут какая-то коряга, то с ней что-то надо делать. Видишь тот манекен? Лучше не подходи к нему. Его взгляд меня пугает. Хм, как бы обойти его? Точно, тут есть обход, иди за мной. А мы не будем его обходить. Мы поговорим. Привет! А, человек! Я тебя разорву на части! И он это сделал! Смотрите, не трендит! Манекен слов на ветер не бросает. А что еще? Вот, смотрите, могилка вот эта, да? Которая как бы все время высвечивается мне. Еще одна могилка. Ладно, слушайте. А куда этот-то поперся? Санс, ты куда пошел? Ты что, охренел? Санс! Он меня кинул! Меня Санс кинул! О, гляньте, пролез, пролез, вот там вот, вот туда надо идти было. Так, а если я сюда пойду? А если я пойду сюда, потому что мне надо везде засунуть свой нос, но ничего не будет, да. Так, подожди, да, ты проходишь, ты столько интересного пропускаешь, чувак, ну что ты в конце концов такое? Так, давайте, сохраняемся. Надо же посмотреть, видишь еще тоже. Вот, глянь, дом ты, о, боже. Ох, какая сраная темень. О, смотрите, смотрите, прошел, я прошел. Кто тут? Дитя? Что ты тут делаешь? Тебе нужна помощь? Если хочешь, я могу помочь. Иди ко мне. Ох, сейчас нам... Ох, сейчас нам... А! Ни хрена себе помощь, слушай, ты прям вообще помогать, мастер. Ты просто благотворительный фонд надо открыть. Такая ты добрая тетенька прям. А-ха-ха! Да это что, да я не успею... Тинки-винки вселился в трель. Обычное дело, ребят. Обычное дело. Чего вы удивляетесь? Так, продолжим. Может быть, тогда все-таки... Смотри-ка, я за Сансом не могу пойти. Может, туда и нельзя было? Туда, куда он там шел. Сохраняемся. Эй, кто это теперь? Так, надо очень как-то быстро это все... Опа! Есть, пролетели, пронеслась. Так, вот здесь вот теперь вообще не тормозим. Нас ничто не должно задерживать. Никакие там кровавые... Да ты че... Охренительно, да? Еще раз пробуем. Как бы дорогу осилит идущий, а трель злобную стинки винки в совокупности осилит бегущий, в конце концов. Поэтому у нас все получится, давайте стараемся. Так, стараемся, значит, вниз спускаемся. Вот здесь вот, оп, резко вниз. Так, хорошо, сюда, так, проходим. Вот так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, слушайте, ее хоть немного это сзади. Потому что там вообще не, там без шансов, абсолютно, там не дает тебе ни малейшего шанса вообще на просер какой-нибудь минимальный. Прям вот, знаете, все секунда в секунду решается. О, нормально проскочил, вот сейчас хорошо получилось. Наверх или вниз? Куда я бегу? Я не знаю, куда я бегу, куда мне надо-то, блин. Ах ты, мать твою, а куда мне там надо? А я понятия не имею, абсолютно, просто вообще. А давайте-ка вниз, давайте-ка направимся вниз и посмотрим, что... Ничего! Внизу ничего. Надо, короче, получается, самым сложным путем идти. Надо, получается, идти в обход. Там был обход, я его видел, но там завернуть непросто, вы согласитесь, я думаю. Там реально завернуть очень сложно. Сейчас попробуем. Смотрите, резко вниз. Да ты что, издеваешься, что ли? Все, мы уже все запороли. Мы просрали, по-моему, мне кажется, по полной программе. Давай. Во, вот так вот. И теперь, смотрите, наверх. Да наверх! И вот сюда! Ну что там влево я? Ну... Ах. Вот сюда, смотрите. В принципе, нормально, шансы есть. Остановись, спасибо тебе. Костлявый мой дружок, я уже думал, что все, уже кобзет. Фух, хорошо, что появился я, да? Идем. Да, тут реально был... А ну-ка. Поговорим? Че теперь скажешь, а? А, вот что она скажет, да? А я сейчас оттуда начну, я надеюсь. Я там сохранился. Я-то там сохранился. Я сохранился там! Да ш... А где Тариэль? Что происходит? Я не понимаю.
Смотрите, я сохранился, угроза устранена, но я начинаю отсюда уже без Тариэль. Ну ладно, хорошо, только если она там стоит сейчас, вот там вот, где она стоит, где она стояла, когда я последний раз ее видел, то это все, это кобздец. Она тут есть? Ее тут нет, слава богу. Уф, тебя ждет он, Папайрус. Я тебе этим помочь не смогу, извини. Давай я помогу хотя бы сократить путь. И вот сейчас, наверное, конец, да, я так понимаю? Или сейчас Папайрус будет прям? Ocean Tail! Halloween Edition 2! Это звук атмосферной бензопилы, с которой Папайрус будет гнаться за нами. Ну, чисто такая, знаете, декартская фантазия включилась. Но на самом деле, наверное, титры, да? Или что? Или все-таки Папайрус? Давайте все-таки Папайрус. Папайрусом, надо встретиться с Папайрусом. Папайрус, мой любимый персонаж. Ну, Папайрус, ну где ты, Папайрус? А, игра уже началась. Боже, как темно. Подождите, там ничего не видно вообще. Ага, смотрите. Очень-очень темно. Ну-ка. Я не могу сказать, что я что-то понял, ребят, честно говоря. Продолжить. О как! То есть надо вначале было сделать все кружки красными, а потом щелкнуть это говно. А потом, получается, наверное, можно пройти. Да, дальше можно пройти. Хорошо, это замечательно. Так, тут у нас опять эти пиратские сокровища, блин, закопаны. Этот говнюк Папайрус издевается просто надо мной своим говном. Уже хватит, отстань уже, чувак. П, сохраняемся. Ну, конечно, мы тут не пройдем. Конечно, мы тут не пройдем. Надо срочно снова искать... О, щелк, видите, вот какой-то щелк сраный. Значит, снова делаем кружки, да, и всего. Раз кружок. Два, три. Три кружок, смотрите. Четыре кружок. И пять кружок. И сейчас дергаем, и я надеюсь, все получится. Щелк, отлично. А? Кто тут? Кто обошел мою непроходимую головоломку? Человек? Это ты? Что ты тут делаешь? Иди ко мне. Я тебе помогу скорее умереть. Свежая плоть. Катя... А ну подождите. Я хочу посмотреть на этого монстра. Посмотрите. Какие мы опасные. Как это страшно, да? Он вас допинает до смерти. Посмотрите, это машина по выдаче пенделей просто, да? О, нам на вот тут вот отбегать. Слушайте, а он прям перепрыгивает через них. Спагетти! Чё ты спагетти накидал, Ган? Суровый Папайрус, черт возьми. Брутально. Так, продолжить. Подожди, я сохранялся? Где я тут сохранялся-то последний раз? А, ну да. Ну снова. Ну это быстро мы довольно сделаем. Так, давай. Ать! Вот так вот, хорошо. Ать! Надо поле притоптать. Надо крестики на кружочки поменять. Эй, давай. Хорошо. Теперь еще раз. Смотрите, давайте. Спускаемся и снова П. Снова П. Так, давайте. Понеслась! Понеслась, Папайрус, давай! Ты сможешь, мы в тебя верим! Давай, мистер Пендельмен-скелет! Мы в тебя верим, ты справишься, ты сможешь догнать меня! Постарайся немножко лучше, какого хрен куда там бежать? Я не понял вообще ни хрена сейчас! Может быть, в эту сторону надо? Да, смотрите, вот, это была обманка, хитрый... Да ни хрена себе, слушай, ниндзя, блин, ты сраный! В конце концов, это сколько это может продолжаться? Уже надо... Ать, надо Папайруса уже, блин, обгонять, в конце концов, давай! Еще раз! Так, хорошо. Давайте. Опа! Опа! Сюда, сюда. Ого, слушайте. Не, он что-то сильно он быстро как. Так нам тоже нельзя пройти, получается. А, смотрите-ка, вот тут можно пройти, оказывается. Но есть одна проблемка, ребята. Он что-то очень резко прям разгоняется к этому моменту. Ему прям как будто бы, знаете, кто-то что-то впердачело очень жестко засандалил. Он прям бежит, он мчится на всех парах. Я не совсем понимаю, как мне его там обгонять. Тут видите, как надо маневрировать что-то. Да посмотрите, какой он скоростной, блин. Это ж вашу мать, это ж как, это ж до каких же шпор. Да нифига себе, да как успеть-то? Как это успеть? Все время чуть не нажал опять новую игру. Вот все, вот это все время происходит, блин. Ну-ка, а вот сейчас, если попробую... Я, блин... Там эта колбаса сраная лежит. Я уже почти смог, ребят. Почти смог, еще бы чуть-чуть. Хотя, может, и не чуть-чуть. Я, на самом деле, понятия не имею, сколько там еще надо. Этот гондон там своими ножонками теребит, блин. Так, ну вот он все сильнее ускоряется. Вы видите, он прям по-жесткому ускоряется. И тут хоть ты обосрись. Ну вот как вот от этого всего
Да блин, вот я опять туда попаду, опять я застреваю в этом говне. Да чтоб тебя, ну какой мудак там положил-то эту срань? Этим гребаным лесорубом, блин, которые тут понакидали бревен, им надо руки все поотрывать, в конце концов. Следите, блин, за чистотой своего рабочего пространства, особенно когда оно по совместительству пространство для всяких фрисков, которые убегают от всяких, блин, мудаков костлявых. Вы что делаете с этим, нет? А, о, получилось, получилось, так, хорошо, бежим, 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 бежим! Есть! Ах, думаешь, слишком быстрый? Дамам вперед! Спасибо. Что еще? Это еще... А, опять? Это продолжается! Блин, Папайрус, долго манись, ну сколько... Я не сохранился там! Черт! Блин! Так, надо как-то уклоняться, я не знаю. А как уклоняться-то от этого дерьма? Не, правда, как я должен от этого дерьма уклоняться? И мне прямо все время бежать? Или мне где-то надо будет на каком-то этапе повернуть? Ну-ка, давайте. Опа! Ох, да что, блин, да что ты какая же скотина-то. Опа! Давай, вот так, не попадет, не попадет. Он снизу, а что ты то сверху? То есть ты что, охренел, что ли, совсем? Так, да, о, надо назад все просто. Оп! Во, видите, вот так вот назад отходишь и... И нормально назад отходишь, и нормально, хотел я сказать. И вот сюда бежим, 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 видите, он даже нас не догоняет. Как он может свои ядра-то стрелять в пом... У, так, 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 вот сейчас, наверное, надо было куда-то вниз. Йо-хо-хо, ты попался. Тебе не сбежать от капитана Папайруса, йо-хо-хо. Не трогай ее. А? Что? Кто тут? Санс, не мешай мне уничтожать людей. Хватит притворяться. Что? Я не притворяюсь. Человек зло. Ты хоть себя видел? А, человек, мы еще увидимся. Йо-хо-хо. А че, это он притворяется так? Да он так притворяется, что у меня все кишки наружу просто после его ядер. Нормально, он притворяется. Он ушел. Извини, что оставил тебя самой. Я знал, что ты тут будешь. Мне интересно, что было бы, если бы я был таким же? Не парься, малая. Давай перейдем дальше, к истине. Сейчас из секретные материалы пошел сериал. Истина где-то рядом или что? Какой, какой истине? Ocean Tale. Halloween Edition 2. А, окей, это я должен Z нажать. Ну тут я уже сохранился, и я думаю, на этом мы пока закончим. Продолжим уже как-нибудь потом, в следующий раз. Классное, такое большое прямо вот это хэллоуиновское обновление, черт бы побрал, интересное, хардкорное местами. Все супер, мне очень нравится, надеюсь, вам тоже. И если вам нравится, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом, всем счастливо, всем удачи, всем пока.